Ученые нашли ген, отвечающий за ожирение. Специалисты нашли способ сжигать на 20-30% больше калорий, ничего при этом не делая. Ученые из университета Цинхуа в Пекине обнаружили ген, отвечающий за отложение жира в организме. Об этом сообщает PLOS Biology. Доктор Ли Гунчинь и его американские коллеги провели эксперимент на мышах. Они поместили грызунов в специальную морозилку, в которой исследовали механизмы организма, помогающие существу согреться. Оказалось, что некий ген UCTOBR3 имеет в этом ключевую роль. В организме людей, как и у мышей, есть несколько видов подкожного жира. Бурый жир встречается в основном у детенышей и исчезает по мере роста. Он используется организмом для быстрого сжигания калорий и обогрева тела. А белый жир является кладовкой питательных веществ. Ученые выяснили, что низкая температура активизирует ген UCTOBR3, который превращает часть белого жира в бурый. Ученые удалили этот ген у нескольких мышей. Их температура тела поднялась на несколько градусов, и они начали сжигать на 20-30% калорий больше, нежели мыши с геном UCTOBR3. Специалисты считают, что препарат, который сможет временно заблокировать работу гена UCTOBR3, сможет стать одним из самых успешных препаратов от ожирения. Накануне был создан уникальный препарат для похудения. Также сообщалось о том, что худеть в выходные без тренировок можно. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.